Ура-ура, пришла посылочка от Ливрана. Там много всего интересного. Все вам покажу, расскажу. Очень интересно самой. Сегодня начну уже тестировать продукты. Так, я не с той стороны открыла. Но все, смотрите, как здорово упаковано. Все так плотненько лежит, бумажкой переложено. Так, у меня здесь должен быть гель для стирки. Так, это у нас что? Кондиционер «Прованские травы» 1,5 литра. Держи, котенок. Это у нас, наверное, гель для стирки. Экологичный. Тоже 1,5 литра. Держи. Здесь столько всего интересного. Это знаменитые патчи, лимитка новогодняя. Держи, жидкие патчи под глазки. Так, это у нас, что это у нас, что это у нас, где по-русски? А, это у нас серия для здоровья, для питания. Я вам тоже обо всем расскажу. Очень много интересных продуктов у Ливраны. Так, это спрей-поглотитель запаха для котов. Сегодня тоже его протестируем. Так, это у нас, по-моему, кондиционер, да, для животных. У нас кошка и кот. Очень пригодится нам эта вещь. Дальше, умывалочка. Я очень надеюсь, что она подойдет и дочери. И хотела сначала взять сахакислоту, не взяла, нет, такую обычную. Держи. Так. Это у нас пряное масло. Держи. Здесь, да, оливковое масло со спиртом. Очень хотелось его потестировать. Кислотность не больно, да, вообще потрясающе. Оливковое масло. А распылитель, это вдвойне круто. Из коробочки у меня вывалился гидролат Василька. Нашумевший тоже продукт. Очень много на него положительных отзывов. Буду тестировать. Смотрите, как красиво он приходит. Держи. И крышечка. Так, ну здесь у меня еще продукты, продукты, продукты. И в этой коробочке у нас прям что-то хорошо так упаковано. Я уже даже забыла, что. Так, а здесь у нас... Здесь у нас... Серум для волос, да, тоже очень хотелось протестировать. Тоже слышала много потрясающих отзывов на нее, на него, на этот серум. Держи, котенок. Так, здесь у нас вот такая вот классная вещь, порошок гуарана. Тоже поподробнее все вам расскажу потом про эти продукты. И порошок ацеролы. Это для здоровья, это для красоты, это витамины. Это все жутко полезно. Так, ну и все, по-моему, да? Да. Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас очень интересный обзор продукции от производителя Ливрана. Если кто-то не знаком еще с этой продукцией, это полностью натуральные компоненты, не используются продукты нефтепереработки, СЛС, парабены и так далее. И ни один из продуктов косметики или бытовой химии не тестируется на животных. Безопасные, качественные продукты. Давайте начнем с бытовой химии. Я знаю, много девочек пользуются только экологичными продуктами для дома, особенно те, у кого аллергии и так далее. У меня в заказике было два вот таких продукта. Это у нас гель для стирки белья экологичный. Здесь 1,5 литр. Он подходит для детского белья, подходит для чувствительной кожи. Растительная основа, аромат эфирных масел. Он универсальный. Там были для цветного и для белого и так далее. Я решила взять универсальный. Я вам сейчас покажу, как выглядит он с обратной стороны, состав и так далее. Составы потрясающие. И, вы знаете, я была крайне удивлена. Вы знаете, как я отношусь сейчас к порошкам Faberlic, да, они тоже заявлены у нас как экологичные, которые подходят аллергикам, астматикам и так далее. А вот этот гель вообще просто, я не ожидала, что экологичный продукт может так здорово отстирывать и справляться со своими пятнами, с пятнами, с любыми, в принципе. Я тестирую каждый из продуктов, которые сегодня будут в обзоре, уже неделю или даже больше, и могу дать полноценный отзыв. Меня просто поразил этот гель. Во-первых, когда машинка стирается, она у меня с боковой загрузкой, да, я не видела в барабане пены, то есть там не было пены. Думаю, интересно, вот продукт растительный, да, такой вот, как он будет справляться. Я тестировала на белых носочках, я стирала им пуховик свой зимний. Просто супер. Он выполаскивается прям до конца. То, что не было пены в барабане, я уже сказала, да, это как-то вот шок прям был для меня. По всем показателям на первом месте у меня просто. На одежде потом не остается никакой отдушки. Ее здесь она есть, но не сильно выражена. Тут, по-моему, у нас хвойный какой-то экстракт, пахнет хвоей. Причем, ну, если принюхиваться, этот аромат выражен. После стирки на белье его нет. Второй продукт – прованские травы, экологичный кондиционер для белья. Вот так он выглядит. Он тоже только на растительной основе и подходит для детского белья. У компании есть сертификаты, то, что продукция действительно натуральная. Как бы можете на сайте все это дело почитать. Я вам ссылочку оставлю. Здесь тоже 1,5 литра и... Цена 200 с чем-то рублей, я точно не помню. Я постараюсь вам все ссылки на продукты, которые сегодня будут в видео, оставить тоже. Вот. И за такую цену, такой качественный продукт тоже поразил меня. Очень поразил, потому что до этого я любила больше всего кондиционеры от Faberlic. А именно они дарили вещам такую прям, знаете, мягкость. А вот этот вот ничем не хуже и даже по каким-то показателям лучше, потому что натуральный. Он тоже не оставляет никакого запаха. Вы знаете, если сильно-сильно принюхать, то белье высохло, его вообще нет. Здесь тоже слегка он пахнет хвоей сам по себе, да, но на одежде потом этого запаха нет. Мягкое, необыкновенное мягкое белье, стирала ему полотенчики тоже, вот и при стирке пуховика добавляла его, вообще потрясающий результат, поэтому я прям, если честно, девчонки в шоке. Вот так выглядит гель для стирки белья. Смотрите, расход, можете нажать на паузу и почитать, да.
И состав. Безопасно, эффективно, натурально. Вот состав. Здесь очень мало ПАВ, и то они натурального все происхождения, поэтому он так и не пенится. Вот вся информация. Это российский, кстати, да, производитель, имейте в виду. Так, и вот кондиционер для белья. Вот так он выглядит. Информация по средству. Я добавляю, кстати, чуть меньше даже целикового колпачка. Здесь написано 1 или 2, и вещи необыкновенно мягкие. И вот состав. Эфирные масла, представляете? Вот эфирными маслами и пахнут эти продукты. Цвета они такого, знаете, белесого. Вот, смотрите, как выглядит кондиционер. Такой вот белесый, достаточно густой. Я бы даже вот сказала, что он концентрированный, видите? Такой, не как водичка. Я наливаю вот, ну, чуть больше половины колпачка на машинную стирку. Вообще мне хватает. И вот как выглядит гель. Он уже такой прозрачный, слегка-слегка имеет белесый оттенок, а так прозрачный. И тоже довольно густой. Так что, девчонки, мальчишки, кому важен состав тех средств, которые вы стираете, у кого в семье аллергики, астматики, дети маленькие, я вам очень рекомендую присмотреться к этим продуктам. Потрясающе. Давайте теперь покажу два уходовых продукта, которые взяла по многочисленным положительным отзывам. Хотя до этого с маркой Леврана не сталкивалась, но постоянно у блогеров и в отзывиках встречала положительные, только положительные отзывы. Но вот такое вот средство гидролат Василька. Это натуральный продукт, в составе которого как бы просто гидролат Василька. И бензиловый спирт, наверное, чтобы он, ну скажем так, не портился быстро, да? Вот так выглядит флакончик. Здесь такая красивая туба из экологичной тоже бумаги. Такая плотненькая, да, как картоновая. И сам гидролат Василька в стекле. Здесь 100 мл. Очень классный распылитель. Мелкодисперсный. Сейчас вот вообще это редкость. Либо бьет в лицо струей, либо вообще не пойми что. Смотрите, если будет видно на камеру. Запаха практически никакого имеет. Знаете, такой легкий отголосок чистоты и свежести, не больше. Никакой химозности, ничего абсолютно. Очень мелкое распыление. И на коже вот после этого гидролата чувствуется вот действительно какая-то чистота и свежесть. Я им с удовольствием пользуюсь, да, как тоником перед нанесением крема. Потрясающий продукт. Сейчас тоже покажу вам все поближе и составы и так далее. Он тонизирует, успокаивает, противовоспалительные, регенерирующие действия на коже. То есть у кого есть проблемы, акне, постакне или какие-то другие воспаления на лице, мне кажется, подойдет. У меня их нет, но сам по себе он мне понравился. То есть вот лучше любого тоника, по крайней мере, однозначно, который у меня сейчас в арсенале есть. Так, и еще один уходовый продукт. Это тоже нашумевшие жидкие патчи под глазки. У меня лимитка, новогодняя серия. Вот так вот выглядит интересно. Праздник на всю ночь и на весь день. Здесь они называются автопатчи, то есть после вечеринки. Они должны у нас снимать отеки, да, я так подозреваю. Стимулирует обновление клеток, сияние. Здесь у нас алоэ вера, витамин П, светоотражающие частички, водоросли. Одно нажатие, это у нас два патча. То есть одного нажатия достаточно, чтобы распределить по глазкам. Я использую на ночь, иногда и днем, хотя сильных таких, да, проблем нет, синяков нет. Но разглаживается кожа, и взгляд становится какой-то свежий однозначно. Мне очень понравилось, не зря я поверила отзывам и купила именно этот продукт. Здесь 30 мл, и я думаю, хватит надолго. Я сейчас покажу вам, как он выглядит. Вот гидролат Василька, вот такая вот у него баночка. Это натуральная косметика, сертифицированная. Такая вот классная, удобная. И здесь же мы можем почитать с вами и способ применения, свойства. Можно на лицо, да, на чистую кожу, можно в качестве компрессов каким-то проблемным местам. И состав. Вот вы видите, гидролат цветков на первом месте, Василька. На втором бензиловый спирт. Я думаю, его тут совсем чуть-чуть, потому что 95,5 у нас гидролата, да? Вот так. И вот сам гидролат, он в стекле. Это такая прозрачная водичка. Мне очень нравится. Я в восторге прямо и буду... Вот на лето, мне кажется, вообще идеально перезаказывать еще раз 100%. Так, и патчи. Вот как выглядит флакончик. Жидкие патчи, да? И вот у нас состав. На первом месте вода, потом сок алоэ вера, растительный. Растительный, да, пентилен, гликоль, камедь, бетаин, слюда, бензиловый спирт, глицерин, витамин П, витамин Е, экстракт ламинарий, экстракт одуванчик, экстракт, экстракты.
Вот так. И здесь тоже способ применения. Не требует смывания, да, я наношу, он быстро достаточно впитывается. Вот так выглядит сам продукт. Это одно нажатие, он такой вот слегка белесый. Когда начинаем распределять его по коже, он как бы тает, вы знаете, превращается в такую водичку. Вот, я его распределила, и он очень быстро впитывается, освежает. И действительно, я вот вижу, не знаю, видно вам на видео, здесь есть светоотражающие частички. Очень классный Livrana продукт. У Livrana есть несколько линеек, да? Сейчас мы с вами вот именно поговорили о линейке уходовой Livrana Natural. Еще у меня есть два продукта из серии True Academic. Здесь у меня мультисерум для волос. Это, я не знаю, моя любовь вообще продукты Livrana. Они все потрясающие, ни один меня не разочаровал. И средство для умывания. Вот так оно выглядит, большая такая довольно бадья, скажем так. Средство для умывания. У меня с превеликим удовольствием использует дочь, потому что сейчас зимой сохнет кожа на лице, и никак не могли подобрать какую-то умывашку. Нам 6,5 лет, да? И так как эти продукты натуральные, я именно вот от этого средства ждала чудес. Сначала хотела взять для себя сахабыха, потом подумала, что ребенку, конечно, не подойдет. Это гелевый флюид. Я вам сейчас состав все покажу. Растительные протеины, полисахариды. И что он у нас действует? Как он у нас действует? Аминокислоты, белки удерживают влагу у нас в коже. Так, витаминная активность, антиоксиданты препятствуют окислению липидов на коже, да? Так, защищают структуру клеток от разрушения. Проникают в кожу, волосы, оказывая сильное кондиционирующее воздействие, является богатым источником, но это про каждый элемент тут написано. В общем, он, вот этот вот эта умывашка, она удерживает влагу в коже, не дает ей, не пересушивает, как бы не дает ей уходить из вашей кожи. И я хочу сказать, что да, на ежедневной основе 2 раза в день у меня ребенок умывается вот этим средством, и я сама его протестировала. Кожу не стягивает, не сушит, и такое ощущение, что наоборот, как бы действительно увлажняет. Продукт просто потрясающий. Так, и второй продукт – серум. Серум для кожи головы восстанавливает структуру волос, проникая, да, в фолликулы. Здесь его рекомендуют как восстановительное такое, да, средство после каких-то химических воздействий. Допустим, после окрашивания или после какой-то завивки и так далее. Я решила прям конкретно заняться восстановлением волос, и как нельзя лучше вот этот продукт мне пришелся. 2 раза в неделю нужно использовать, у меня получается 3, после каждой помывки головы в этот день, либо на влажную кожу, но я в основном на сухую перед сном. Наношу серум, здесь очень удобная пипеточка. И по консистенции это как бы такая сыворотка с желтоватым оттенком, да? Довольно тягучая такая вот, видите? И по проборам разделяю волосы и по капелькам вот так наношу. Потом либо руками, либо массажной щеткой для волос массирую. Что могу сказать? Не утяжеляет волосы однозначно, не жирнит. То есть вот эффект даже какой-то наоборот кондиционирования. Нужно втирать как следует в кожу, в головы, и потом расческой распределять по всему росту. Мне очень нравится. 4 раза я уже эту процедуру проделывала. Я просто в диком восторге. Буду продолжать пользоваться дальше. И по истечению вот этого флакончика полностью его допользую. У него расход, кстати, небольшой. Смотрите, 4 раза я пользовалась вот его вот так. Я вам в пустых баночках в Инстаграм обязательно расскажу, что произошло чудесного с моими волосами. Ссылка на Инстаграм, кстати, всегда под видео. Проходите, подписывайтесь, там всегда много интересного. Вот, девчонки, умывашка с протеинами. Состав. Активное вещество, описание. Вот вся полезная информация. Показано при сухости кожи и потере эластичности, да, видите? Противопоказания повреждения кожного покрова и непереносимость глютена. Для кого-то это может быть важным, да? Вот вся информация. По консистенции. Это прозрачная, такая гелевая, довольно плотненькая текстура, да, видите? Вот, вот. Но очень хорошо пенится. Взбивается руками в пену и наносится на кожу лица. Вот серум для волос. Здесь 50 мл. Вся информация. Тоже можете на паузу поставить, почитать состав. И сам серум. Резиновая здесь такая вот тут, да, наконечник, пипеточка, очень удобная. И вот как выглядит сама жидкость. Вот он сам серум. По консистенции вот как сыворотка лица, для лица напоминает такую, да, структуру. Не слишком водянистый, да, видите, не стекает, но и не совсем густой. Запаха, кстати, эти средства не имеют, серум вообще ничем не пахнет, и умывашка
Легкая-легкая одушка, похожая на гидролат василька, вот еле-еле уловимая, совсем одушечка чистоты. А вот он сам серум, да, тоже тает при соприкосновении к коже, как видите, быстро впитывается, не жирня ее, и волосы остаются чистыми, свежими и выглядят хорошо. Еще два продукта, которые я приобрела, это для своих домашних животных. Вот так они выглядят, из линейки тоже Livrana Naturals, они абсолютно безопасны. Первый — это спрей-поглотитель запаха. Вот так он выглядит. Такая водичка, кстати, не имеет тоже практически никакого аромата. Вообще никакого. Я не знаю, каким образом он работает, но я распределяю в лотки, да, у меня кошка и кот, поэтому прям вот запаха по квартире нет, но когда к лоткам подходишь, они сходили, может быть. Я специально проверяла, вот после того, как они сходили в туалет, попшикала в лоток с наполнителем, вот это вот средство, и все. Никакого запаха. Для меня прям это было чудом. Я не поняла даже, как работает, когда я мою, очищаю, да, их лотки, а потом обрабатываю тоже вот этим спреем. Потрясающий продукт вообще. Сейчас я вам тоже поближе покажу состав и все. И второй продукт — это у нас спрей-кондиционер для расчесывания. После того, как котика помыли, да, используем вот этот вот спрей. У него уже есть аромат. Аромат тоже ментолового масла или что-то такое вот с елочкой, да? Сейчас мы посмотрим с вами, какие у нас экстракт хмеля, эфирное масло лаванды, чувствую, да. Экстракт малины, экстракт овса, масло розмарина, эфирное масло шалфея. Вот что здесь ярко выражено, именно эфирное, с эфирными маслами. Девчонки, я когда посмотрела на состав, я подумала, что я не отдам котам этот кондиционер, я заберу его себе. Вот так выглядит у нас спрей-поглотитель запаха. Информация и состав. Поглотитель запаха натурального происхождения. Видите? Вообще круто. А сам он прозрачный, как водичка, и запаха никакого не имеет. И вот он кондиционер, который мне очень хочется забрать себе у котов. Спрей-кондиционер для расчесывания. Натуральный состав. Вот вся информация. Подходит для профилактики появления перхоти. Ну вообще, точно себе заберу. И вот смотрите поближе состав. Сплошные растительные компоненты, экстракты потрясающие. Даже вот видите, приклеено Naturals. Это еще не все продукты в моем заказике, но у меня будет отдельное видео по продуктам питания. У Livrana есть еще очень полезные растительные продукты питания, масла различные, порошки, шоты, но об этом в следующем видео. Ну, на этом все, мои хорошие. Вот такой у меня был заказ с сайта Livrana. Ссылочки все будут под видео, полезные. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я с вами прощаюсь до следующих видео. Пока-пока.